Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя на канале «Счастье в нас самих» или «Счастье по умолчанию». Не буду я менять, конечно, название канала, потому что уже сегодня это название знают многие, поэтому менять не буду, но сейчас вот я в процессе создания курса, который так и будет называться «Счастье по умолчанию», и в котором я буду действительно учить, как идти вот к этому самому счастью по умолчанию и как постоянно ощущать легкость, как постоянно ощущать вот это самое счастье и как идти по жизни интересно и легко. Вот знаете, иногда бывает, знаете, как говорят, что если не будет, ну, если не будет проблем, то вообще будет здорово. Но если не будет задач, то нам будет скучно жить. Задачи должны быть, цели должны быть, двигаться мы должны. Без движения нет жизни. Но я очень хочу, чтобы мой курс учил вас именно движению, вот достижению и движению по течению, и вот чтобы вы не хватались за ситуации, чтобы вы их умели отпускать для того, чтобы достигать еще больших высот. Вот это моя задача. Сегодня, как и каждый день, настроение дня и советы на день, что день грядущий приготовил. Сегодня это волшебная карта Колет Барон Рейд, красивая колода. Те, кто смотрит меня постоянно, знают уже эту колоду. Если вы в первый раз, это оракул. Предсказываю я на нескольких инструментах. Не на всех, то на нескольких я, да, предсказываю. И вот один из инструментов – это оракул. Научилась я этому всему на курсе по искусству предсказаний Алены Ариес. И этот курс не только научил меня предсказывать на разных инструментах, он еще научил меня смотреть на мир по-другому. И вот испытывать, ощущать вот это самое счастье по умолчанию. Потому что счастье не зависит ни от каких обстоятельств. Счастье – это состояние души, которое мы можем сами в себе вызывать. И если мы постоянно вызываем в себе это состояние, оно становится нашей привычкой, и нам становится прекрасна жизнь. Ведь жизнь же прекрасна. Сейчас прохожу курс «Мегаруны». Я с рунами знакома, я изучала руны. Просто решила еще взять этот курс для полноты картины, потому что там у Алены очень много интересной информации, которую я, собственно говоря, не знала по рунам. И я вот эту всю информацию уже добираю в курсе. Поэтому, если вам интересно научиться предсказывать, узнать мироздание, изменить свою жизнь. Кстати, руны еще и корректируют ситуацию. Кстати, ну, я вам хочу сказать, что при помощи Таро тоже можно корректировать ситуацию, просто это немножечко больше времени берет. Вот. А вот руны, они сами корректируют ситуацию, им главное дать правильный посыл. Поэтому, если вам интересно, под этим видео есть ссылочка на все курсы Алены Ариес, заходите, смотрите, записывайтесь, проходите и меняйте свою жизнь тоже. Кстати, пройдя эти курсы по искусству предсказаний, там мегаруны, там еще есть мастер-классы, и научившись предсказывать, вы можете и свое материальное положение изменить, потому что, помогая людям, вы... Помогать людям нужно, но эта помощь платная. И, соответственно, ваше материальное положение может тоже измениться. Все в ваших руках.
Присоединяйтесь к нам, феечкам и волшебницам. А я начинаю. Сосредоточьтесь, как всегда, на себе, любимых. Улыбнитесь, сделайте себе комплимент, и мы посмотрим, что день грядущий, собственно говоря, нам приготовил. Нравится мне так вот, в такой непринужденной обстановке. Не люблю я официоза, где я взяла это слово, не знаю. Вот, очень люблю, когда все, знаете, так по-домашнему и с добром. Вот сейчас готовлю еще одно видео для смены лексикона, и одно из слов это будет добро. И я вам расскажу в этом видео, что может произойти при произнесении этого слова. Так что, если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. Потому что сейчас идет очень много интересного. Интересного по ангелам-хранителям, интересного по волшебным числам, посланиям ангелов. И, конечно же, вот лексикон. Ну, а также мои расклады, где вы можете получать ответы на ваши вопросы. Все, надеюсь, вы улыбнулись, сосредоточились, а я смотрю. Ну что, смотрим, что готовит день грядущий. Мечтатели вы, мои дорогие. Ну что, интересный день. Вот, единственное, что к концу дня что-то вас может расстроить, что-то может произойти не так, как вы этого хотите. Ну, сейчас будем смотреть, будем прорабатывать ситуацию, будем ситуацию корректировать. Я вот еще раз говорю, я говорю это сейчас практически в каждом моем видео, что когда я вижу именно какое-то развитие ситуации, которая нам может не понравиться, не мне, нам, я стараюсь дать вам советы для того, чтобы обойти подводные камни и пройти день именно, знаете, так, продуктивно, весело, счастливо и, знаете, так, с огромной отдачей. Чтобы вы к концу дня всегда говорили, ну надо же, какая же я молодец, ну надо же, какой же я умница. Вот так мне хочется, чтобы шли ваши дни. У вас будет очень много планов на день грядущий. Вы будете, даже, знаете, для некоторых из вас, вы, может, будете и мечтать тоже. Такое мечтательное состояние у вас будет, такое, знаете, немножечко даже эйфории я вижу. Чувствую, не вижу, а чувствую. Вот, и эта эйфория с утра, знаете, вот такое чувство, как я вижу вас, вы идете с этой чашечкой кофе или чая, почему-то я кофе вижу, может, потому что я люблю кофе, я кофеманка. И я вижу вас, вот улыбающихся, и мужчин, и женщин, я много вас вижу, и с таким мечтательным выражением лица. Вот, но это здорово, вот единственное, что сохранить это в течение дня не всем удастся, по той простой причине, что будет очень много действий, очень много проектов, которые вы должны будете завершить в этот день, и для некоторых из вас это может быть связано с чем-то в будущем. Может быть, для у некоторых вы что-то приобретаете или недвижимость, или бизнес. Вот я вижу, что что-то большое. Кстати, если говорить о большом, это может быть также и автомобиль, это может быть также и там, давайте так, даже стиральная машина, холодильник, но вот что-то крупное. Я вижу, что приобретение чего-то крупного, и вот для приобретения этого чего-то крупного
вам надо подписать или контракт, или подписать соглашение, или подписать документы на кредит. Потому что из того, что я вижу здесь, организация, в которой это будет происходить, это организация, которая дает. Организация, которая выдает кредиты, ипотеки, суды. Вот это может быть банк, это могут быть какие-то кредитные ассоциации. В каждой стране это все разное. Вот. И я вижу, что вы будете именно этим заняты в течение дня. Кстати, это еще могут быть какие-то договора на вашем рабочем месте. Именно вот такое чувство, что те, кто работают в офисе, у вас будет день посвящен именно поиску чего-то, поиску каких-то договоров, поиску какой-то информации из официальных органов. Может быть, какие-то отчеты начинаются. Ведь, смотрите, каждый из вас будет смотреть это видео в какое-то определенное время. Это не знаю, вот если вот прямо здесь и сейчас, и можно сказать, что это может быть конец месяца, конец полугодия, конец квартала подходит. И исходя из этого, у вас получается, что надо собирать огромное количество информации для того, чтобы соблюдать отчетность. Это я вижу для тех, у кого связана работа или бизнес с финансами. Для тех, у кого работа или бизнес связаны с продажами, такое ощущение, что если у вас ваш бизнес, у вас идет какое-то заключение или договоров, или заказ чего-то, заказ какой-то продукции, и вот именно время для заказа какой-то продукции. Кстати, если вы где-то работаете, и вы, я вижу, что у меня, видимо, некоторые девочки, да и может и мальчики, вы работаете в сфере услуг или в сфере продаж, но именно работаете там. Так вот, вам надо будет составлять какие-то листы, я вижу, какие-то списки, что вашему хозяину или хозяйке надо заказать на будущее. Вот будет какая-то, как знаете, ревизия, что есть, чего нет, и вот то, чего не достает, вы будете составлять именно списки, что надо дозаказать. Для тех, кто, я еще вижу, у меня смотрит меня кто-то, у кого работа или бизнес связаны с передвижениями, это вот как заказы, и вы ездите по точкам заказов. Вот сегодня я вижу, что будут какие-то новые клиенты могут быть. Именно вот в первый раз вы поедете к кому-то, вот есть же клиентура, которая постоянная, вот есть какая-то определенная база данных, в которой есть ваши, все ваши клиенты, и вы производите какой-то сервис, вы какие-то услуги оказываете. Так вот тут я вижу, что будет кто-то новый, но и довольно-таки, знаете, да, будущее могу сказать, что это будет какой-то довольно большой и важный клиент. При этом, вот я смотрю, для некоторых из вас вы к концу дня что-то у вас не совсем получится, и вечером вы будете переживать. Переживать из-за того, что у вас не получилось. Вот тут я вам хочу сказать, опять же, для того, чтобы избежать вот этого состояния, первое, те, кто на дороге. Я вижу, что вот будьте сегодня предельно внимательны на дороге, просто предельно внимательны, потому что я вижу вас, кого-то из вас вижу даже на телефоне по дороге. Вот. Ну, смотрите, у нас, например, нельзя брать телефон в руки, когда ты за рулем, можешь получить довольно-таки большой штраф, и страховка поднимется так ощутимо. Не знаю, как в других странах, но я вам хочу сказать, что вот для того, чтобы избежать разных
В ситуации будьте осторожны на дорогах и предельно внимательны. Также и на работе, вот будьте предельно внимательны. Я не вижу никаких негативных событий, но вот какие-то неприятности могут происходить, если вы будете невнимательны. Вот у меня такое чувство, что вот это ваше состояние эйфории вы понесете через день, но вот немножко больше концентрации. Что я могу вам сказать? Будьте более концентрированы для того, чтобы день прошел, знаете так, гармонично. И тогда вы избежите вот этого вот ощущение неудовлетворенности к концу дня, а еще может, чтобы избежать всяких поломок, недосказок, вот всякого всего, что можно избежать, вы можете избежать только концентрацией. Будьте сконцентрированы, будьте внимательны, и тогда все будет здорово. Вот. Так что внимание, внимательность и только внимательность, и это приведет к нормальному, прекрасному дню. А вот я же говорю, а настроение у вас будет такое все, это эйфоричное, эйфория у вас будет. Но это здорово, эйфория это здорово, просто внимательность нужна тоже. Ну и я все-таки выложу карту совета еще одну из мистической мудрости. Вот. Кстати, что еще увидела? Смотрите, у кого есть животные, смотрите, чтобы не сбежали. Вот я не знаю, у кого как, в разных странах по-разному, есть страны, в которых выпускают на улицу, есть страны, в которых не выпускают. Я, например, своего кота на улицу не выпускаю, потому что у меня дорога рядом, потому что он шустрый, ну и он домашний, вот. Я могу взять его на руки и выйти с ним. Вот, и он не кидается, не вырывается, он наоборот, он сидит спокойненько, вот так я могу. А вот выпускать я его не выпускаю, потому что понимаю, первое, что может убежать, а второе, вот дороги, люди. Так что обратите на это внимание тоже. Ну что? Давайте еще посмотрим, что мистическая мудрость там скажет. Интересно. Благодарность. Будьте благодарны за все, что у вас есть. Может быть, вот я говорю, что вы что-то приобретете, вы какие-то контракты подпишете, какие-то соглашения. И карта говорит о том, чтобы вы действительно были благодарны за вот то, что у вас есть возможность это сделать, за то, что... Ну и вообще благодарность это универсальная карта. Вот. Ее даже не надо ни к чему привязывать. Вот, может быть, некоторым из вас, вот для некоторых из вас вижу вот эту вот неудовлетворенность какая-то, я чувствую ее. Может, карта и не может, а точно, карта и говорит вам, что избавьтесь от этого, будьте благодарны за все, что у вас есть. И когда вы благодарны за все, что у вас есть постоянно, вам Вселенная, высшие силы, Господь, подсознание, называйте как хотите, каждый в свое верит, дает еще больше поводов для благодарности. Так что благодарите, благодарите и еще раз благодарите. А я благодарю вас. Я благодарю вас за комментарии, благодарю вас за обратную связь. Она для меня очень важна.
Я каждый раз, я комментарии читаю, я на них отвечаю, как вы понимаете и видите. И для меня, знаете, чтение моих комментариев, это как ваших комментариев, не моих, ваших комментариев, это как бальзам на душу. Вот, я улыбаюсь всегда, когда отвечаю, и я вдохновляюсь. Я вашими комментариями вдохновляюсь. Благодарю, благодарю, благодарю. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, и вы первый раз на канале, чтобы не пропускать мои каждодневные советы, коррекцию ситуации, мы корректируем ситуацию здесь. Чтобы не пропускать практики, которые будут помогают вам менять вашу жизнь к лучшему. И не пропускать мою позитивную энергию, которую я в каждом моем видео вам дарю. На сегодня все. С вами была Женя. Увидимся очень-очень скоро. Люблю вас, мои дорогие. Пока. Пока.